Друзья, снова всем большой привет, с вами Страйкс, мы играем в Империон Галактик Сурвайвал. В общем, все у нас клево, и мы и нашли в прошлой серии вот такой вот корабль. Будем сейчас что-нибудь с ним делать. Так, а я могу тут вообще... А, нет кислорода, нифига себе, я что, не включил? Ого, ты все высосал. Турели? А у меня нет турелей. Так, давай поедим, а то я что-то с голоду тут вообще пухну. Так, ну и, наверное, надо вылететь и подсосать кислорода. Так, все, я сделал. Наелся, обулся. Турели включил, сохранился и погнали. Попробуем что-нибудь сейчас сделать. Там, насколько у нас турели... 550 эффективная дальность. Так, ну что, погнали, сейчас облетим. Посмотрим, что у него, да как. Ой-ой-ой, у него, по-моему, этот двигатель там даже, да, прыжковый. Или что это круглое такое. Я такого даже Derelict Ship или Derelict. Derelict какой-то. Derelict Ship. Who is it? Слушай, он огромный. А, погоди, он сломанный. Да ладно. Нихера ж себе ты огромен. Нихера ж себе ты сломанный. Ёпарасоты, ты смотри, он просто... Ах. Пи... Огромнейший. Просто охренеть. Ты смотри, какой он... А, красивенький, да? Лайк, если нравится корабль. Ну чё, присваиваем себе? Я думаю, что прямо сейчас 100 пудов. Давай куда-нибудь присосемся и будем захватывать. Только вопрос, есть здесь враги или нет? Вопрос хороший. И давай еще такую викторину. Кто отгадает, где здесь ядро? Я вот вообще без понятия. Прям вообще. И мне почему-то кажется, что на корабле должен быть враг. Но здесь никого нет. Блин, вообще клево. Огонь просто, мать его. Мать его, охеренный корабль. Давайте мы его быстренько засейвим. Так, он у нас Derelict какой-то. Та-та-та-та-там. А, прямо вот здесь. Шип. Какой-то там шип, да? Шип. Правильно я написал? Это получится как антиовца. Так, давай. Чик. Шип-шип-шип. Шип-шип. Блин, а я что-то думал, враг, думаю, сейчас воевать буду, а вы мне там наверняка под серией в прошлой написали там какую-нибудь фигню, типа, стараясь, да там, это нормальный корабль. А что я не присасываюсь к нему? Не хочет? Не дружит с несторонними этими объектами? Так, ну давай, посмотрим, да? Ой, смотри, он работает. А он крутится. Я его не могу юзать, да? Вы мне сказали, что, да, вот юзы такие вот эти всякие корабли... А, блин, я не той стороной. Ребята, оказывается, он... Мы не одни. И это хорошо. Будем искать причину поломки корабля, ребят. Будем наши это выводить гипотезу, почему сломали корабль. Что на нем произошло. Вот. И кто вообще на враги? Так, ну я так могу стоять с 10 тысяч миллионов минут, поэтому мне не страшно. Давай, наверное, поюзаем всякие шкафчики, да? Здесь как раз всякой шняги полно, наверное. Вот. А затем мы, наверное, его себе заберем. Так, ну вот это вот звук, это этого паучков, да? Так, это кто? Светильник. Слушай, ну у тебя получается энергия есть. Ну вообще, ребят, хочу сказать, это огромный корабль. Если я его захвачу и распилю, мне хватит просто на все про все, я думаю. Потому что здесь добра просто хреново туча. Ну что, погнали, да? Сейчас мы это... Так. По сейву так. Ага, нас не пускают. Грубо говоря, нас не ждут, да? Ну ладно, мы как бы подготовлены, но у меня есть две динамитки. Я надеюсь, мне хватит.
Ладно, не ори. На, подарок тебе. Надеюсь, хватит одной. Нихера как вышибло. А там вторая. Ой, а я могу ее, по-моему, ломать. Нет? Так, а у меня дробаш кадвашный. Он всегда ломал двери. Смотри, как клево крутится. Нет, по-моему, это не ломается. Хорошо. Давай мы тогда последнюю бомбочку зафигачим. Надеюсь, что нам потом не придется ничего взламывать, потому что иначе у нас просто руки будут закрыты. О, кстати, за взлом дают даже 50 хп. Так, ну там стеклянная дверь теперь. Кто дома? Ой, похоже на ядро. Там робот! Там, мать его, робот. Вот это бзиньк, бджиньк, бджиньк, это робот. Смотрите, вот эта вот штука. Йоу, красоты. Нам тут могут вломить по самые щи. Будем читерить. Будем всех вот так вот. Давай, давай. Они же, наверное, тоже летать могут. Это же космос. А может и нет. Хрен там нас тут не пустит. Полегче тут. Я могу почетырить. О-о-о. Так, тихо, тихо. Во-первых, вот здесь турель. Во-вторых, вон там. Самый неподходящий момент — перезагрузка. Перезарядка. Так. А, ну, скажу, у нас неплохая позиция. Неплохая. Они нас не видят, что ли? Так, минус еще одна. Сейчас пока что сейфью поддержим. Ох, ох, какой он. Дерзкий, дерзкий поцик. Так, не говори, что он через дверь пройдет. Так, так. О, во. Так, все. Спавна нет. Слушайте, а у них же может быть это, трансформатор, еще какая-нибудь полезная штука. Так, вроде всех, да? Пойдем быстренько залутаем. Какой-то отстой. Еще хуже. Хотя бы это. Ребята, ребята, я сделал очень большую ошибку сейчас. Знаете какую? Прям пипец какую ошибку. Ну вы поняли. Я, блин, с этим, со всем лутом прилетел сюда. Мне надо скинуть в кораблик. Срочно, иначе, если я вдруг что-то там, то все на смарку. Так, давай быстренько сейчас скинем. Так, давай, давай, давай сюда. Thank you.
Так, ну зато мы там нехило качаемся. А это радует. Потому что мы качаемся. И это клево. А сколько у нас, кстати? О, у нас почти 15-й. Давай сохранимся. И погнали дальше. Так, конечно, я хотел облететь. Здесь вот уже холоднее. Посмотреть. Нет, вот это вот тут все не очень. Там какое-то кольцо. Скорее всего, где-то тут, да? Вот тут еще дырки, наверное, есть. Если у нас что. Какие-то включалки. Турель Security. Пусть будет выключена. Турель Security нам не надо. Так, я понял тебя. Ты очень-очень дрищавая подруга. Жира в тебе вообще ноль. Одни кости. Отогрейся. 5 секунд посидим. И... Так, ну тут... Тут, скорее всего, чужие. Ну, судя по этим воплям всем, да? Так, погнали. Я думаю, что вот здесь-то потеплее, да? Да, здесь потеплее. И считается как бы внутренностью. Так, ну здесь я всегда мочил. Ого, какой засос был такой смачный, прям... Прям во все губы. Так, ну здесь, скажем так, мы прошли. Будем считать. А, вопрос в другом. Как нам пройти дальше? Понимаете, да, проблему? Проблема в том, что у нас тут две. А, какая женщина! Мне такую! Ох, какая! Нихера, она какая-то дикая. Она какая-то дикая. Мне сейчас вспомнилось, здесь должна быть вставка из Фореста. Поняли, да, о ком я? Ну, короче. У нее и это... Гениталии прям такие. Сисюндрики. Летать не умеешь, надеюсь? Извините, пожалуйста. Давай изучим, что в них внутри. Стой. Какие-то зараженные. Ты... Понял, да? Кто-то щи хлебает. Клёвый звук, да? Такой вообще. Так, ну чё? Есть спаун какой-нибудь? Чей-нибудь? Где-нибудь? Страйкс... Ой. Ой, там это же... Это плюющаяся дура. Ее надо срочно по сейву. Она очень опасная. Это она кричала. Одной бы плюшки хватило. Такой еще циклоп. О, у нас патронов нет. Ёпарасоте. Приехали. Ну хотя бы так. Тоже ничего. Жить можно. Так, здесь похоже вообще на ядро пахнет. Пахнет на ядро. Еще одна. Блин, а вот это очень опасные такие шмакодявки. Они плюются розовой шнягой. И эта розовая шняга, так как будто реально здесь ядро стояло. Ну или закос под ядро. Может, конечно, тут эти фальшблоки есть, да? Можно походить, посмотреть. Так, а тут что есть? Усилитель вообще. Блин, нам вот этот усилитель очень нужен. Так, здесь нет фальшблоков никаких.
Знаете, такие, выходишь по ним, они открываются. Так, ну. Так, только не говори, что тут было открыто, а я поверху тут летал. Кто орёт? Кто? Так, это был фальш. Ой-ой-ой, женщина бегут. Женщины бегут. А, так это женщины орут. Ну, когда мужика нет, всегда орут. Извините. Так, ну что, спаун, я их прибил. А, я отсюда пришел. Я понял. Значит, нам туда. Здесь мы еще не были. Так, и здесь я что-то активировал. Я пролетел и что-то нажалось. Нет? Там был такой тык-дык-тык-дык. Может, здесь есть какой-то этот фальшблок? Потому что я прям пролетел, и так там ты-дын-ты-дын открылось. Ну-ка, бегу. Бегу, ничего. Ага, вот он, сенсор. Потому что на голову никакая какашка не упала. О, еще что-то реагирует тут. Или это он и есть? Тихо. Stealth Strikes. Блин, они сюда спрыгнут, наверное. Они смогут сюда спрыгнуть? Надеюсь, что нет. А, это мы под ними, получается, да? И я отсюда пришел, да? Стекло мне бы сломать. Было. Так, а вот это не фальш? Похоже. Так, они прям над головой. Хорошо. Давай тогда... Сисурити мод сейчас будет у нас. Блин, у нас там патронов? Хрен да нихера, да? И смотри, как плохо сделали. В принципе, сейфово. Так, блин, они реально сюда могут. Они могут сюда спуститься, тогда нам будет просто пиздёхань-шваньц. Так. Уж какая дверь есть. Так, вот один. Так, а где их не этот спаун? У них же спаун по-любому здесь. Блин, их три. Четыре. Их четыре.
Так, давай вот этого сначала. Сейчас посмотрим, если они сюда не спрыгивают, то мы их сейчас будем так вот троллить. Сейчас они там свою оперативку перезагрузят. Друзья, друзья ждут. Друзья ждут, встречают. Можно, конечно, их с дробаша. Винтовка нужна срочно прям. Какая-нибудь. Пистолет, конечно, это не ок. Тысяча 600 хп. XP. Так, значит, они сюда спрыгивают. За подружки спасибо. Тысяча 600 чертей. Не, в лицо бластером это не вкусно. Это прям совсем. Читер позишн. Сохраночку. Быстро вылетаем, смотрим, где спаун. Отлично. Так, зачистили, да? Давай погнали дальше. Так, я не знаю, что это за штучка. Какая-то фигня. Какой-то рычаг чего-то там. Так, ну вот здесь вот по-любому обманки какие-то должны были быть. Хорошо. Фига у него. Фига там спаун было, я не видел. Патронов нет. Печаль, печаль, 15 патронов. Ну ладно, мы продвинулись нехило. Так, вот здесь может быть какая-нибудь, да? Нет? Они обычно так делают где-нибудь, ты такой подходишь, а там бах и провалился. Так, ну ладно, мы прошли очень много. Так, вот здесь нету никаких тоже лазеек. Там наверх или еще куда. Вроде нету. С никаких таких значимых. Так, а вот это вот, ребят, закрыто. Закрыто. Печалька. Мы дальше пройти не сможем. Так, еще не лутал, да? Закрыто, ребят, получается. Может, где-нибудь, конечно, есть какой-то супер-читер подземный вход. Да, побегаем сейчас, посмотрим. Ну вот, походу кирдык. Без этой бомбочки-то мы тут ничего не сделаем. А, погоди. А, нет, я, блин. Ой, стой, вот он. Вот он вход, да, нет? Вот, тут еще немножко патронов.
здесь, вот здесь, походу, да? Ага, вот, нычка, нычка, я же говорю, есть всякие разные эти, усиленные импульсные винтовки. Есть всякие разные нычки, которые надо обязательно чекать, иначе... Вот я и в той базе тоже прочекал, там было интересные штуки всякие. Да, вот эти нычки надо обязательно смотреть. Потому что где-то что-то где-то запрятано. Так, еще не факт, что вот здесь нет где-то выхода, да? Вполне возможно, что где-то вот здесь могут быть какие-то читер-входы. Они же могут так сделать? Могут вполне. Или вот здесь, например. Да? Ну почти. Почти читер. Почти вход. Так, тут нету, да? Может тут? Ну вот вопрос, опять же, обычный блок. Обычный блок я не взорву. Эта дверь мне не поддастся. А, погоди, у нас же есть дробь. Ломается, да? По-моему, скривилась вот эта вот щелька, нет? Ага, вот и все. Я же говорю, дробаш К2, он всегда этот выручал в нужных ситуациях. Так, что у нас там с записью, да, вообще нормально все? Время есть, проходим. Так, здесь по-любому... Не, нету. Так, тут чисто. Вот с той стороны может быть турелька. Странно. Тут даже запилили этот, типа, арт корабля. Вообще улица, нет? Похоже на улицу. Так, вот это не ядро здесь, под этой штучкой. Так, что-то тут лазер какой-то нарисован. Что за лазер? Открыть не дает, давай. А что я там взрывал? Надо было вот этим открыть. Я же помню, что этот дробовик всегда взламывал двери. Тихо, тихо, тихо. Не надо так на меня. Я вроде по дружбе пришел, да? А, погоди, вот это бронированная. Вот эту я не вскрою. Та была обычная, походу, да? Это скорее всего, наружная. Ну, проверить можно всегда мультитулом, да? Ломается, нет? Двести-двухста. Нет, ничего не нанес. Никакое повреждение. Так, ну погнали сейчас вот в эту сторону. Что тут у нас? Холодильники всякие. Ага, там нычка. Понял. Как я хочу поесть, давай поедим. Молочка. Мне бы, конечно, это, ХП восстановить. Так, вот здесь... О! Это спаун, респаун. Здесь были всякие разные черти бы появились. Так. А здесь что? Здесь улица уже, да? Ну да, это, скорее всего, наружная дверь там. Какой-то коридор. Так, а вот здесь этот респауна нету? А ну-ка. Ага, вот и нычка. Ребята, нычка. Нычка, нычка. Прям по-любому нычка. Здесь нет никаких проходосов. Обычно всегда в таких местах делают читерные проходы. Ну слушайте, я корабль, конечно, этот бы не делал.
не ремонтировал, но я бы его весь распилил. В нем очень много всякой всячины. Так, эту дверь мы не откроем, поехали наверх. Сохраняем сейчас серию, потому что подходит к концу. Если что, я просто начну новую. Так, там какие-то эти вентиляшки типа крутятся. Опа. Есть кто? Опасные типы. Так, это у них этот пищеблок, да, я понял? Пищеблок, пищеблок. А вот этот просто блок. Так, тут тоже могут так прям поспать, да? Самое главное эти респауны их не уничтожать. Усилить радиации. Герметизации. Монетизации. Так, а вот эту штуку я бы сломал. Кислород. Так, ну чё, давай, наверное, скроем вот это. Душ, да? Запрятали туалет. Туалет хотели скрыть от меня. Нет, не получится. Какой, мать его, опасный хер. Это ты, мать его, кто? Да взорвись ты. Там меня сожрать хотят снизу. Понятно. Чик-чик-чик-чик-чирик-чирик-ч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 ик. Чик-чик-чик-чирик. Блять. Все кончилось. Могу просто со страху напугать. А может быть, у них что-то есть? Инопланетная жизнь всякая. Может, я какой-то импульсом зафигачу. Ох ты ж, нифига, там что-то были какие-то патроны. Обалденная штука. Так, ну чё? В принципе, неплохо так тащим, да, пока что? Можно смело... А там душ запрятали. Можно смело проходить дальше и пытаться там выжить из этого всего что-нибудь интересное. Так, спаун, 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 спаун. Есть кто-нибудь где-нибудь что-нибудь заныканный? Вроде бы заныканных, запрятанных не вижу, да? Особо запрятанных, особо хитрых. Давай пошарим. Нам бы потрошки пригодились бы, да? Отдохнем немножко. Не пускает нас. О, свету давай. Давай свету, я без света не могу. Это нам надо. Это тоже пригодится. Ну и как бы получается бы все, да? Вот этот отсек, по крайней мере, вот этот, мы практически весь прошли. Практически весь. А я позволю себе сохраниться, и в следующей серии мы продолжим лутать и захватывать этот корабль, да? Потому что серия подзатянулась. И, короче говоря, как раз у нас все неплохо пока что. Нам бы еще бы на корабль вернуться живым, и все было бы неплохо. До новых встреч, приходи на следующую серию, будем продолжать. Пока-пока.